Всем хаюшки, дорогие друзья, с вами Квартал. И это снова Fallout Shelter. Я долго не снимал видео, кроме чашки, потому что не было времени. Сейчас у меня немножко освободилось время, и я надеюсь, я пройду Fallout далеко, может быть, и весь. Хотя, думаю, весь его не пройти. Что ж, давайте начнем новое убежище. Создадим новое. Старое я бросил, потому что там что-то не так пошло. Так, выберем название. Не знаю, какое. Ноль. Создать убежище. Поздравляем, компания вот так выбрала вас смотреть убежище 0. Убежище... Ощущать людей от опасности, пустоши. Ага, выбрал 3-0, получилось 1-0. Так, вы смотрите убежище, вы должны развивать его и поддерживать в нормальном состоянии, а также заботиться о счастье и безопасности его жителей. Каждая комната, связанная с одним параметром, специал. Используйте это при распределении жителей, чтобы они были счастливы и эффективно работали. Хорошо. Волтек будет ежедневно проводить инспекцию и оценивать ваши результаты. Заботьтесь о счастье жителей, это ваш долг. Конечно. Как же по-другому? Пожалуйста, подождите. Мы вас не бросим, Волтек. Так, подсказка. Добро пожаловать на убежище, смотрите. Позвольте познакомить вас с основными принципами работы. Сначала построим комнату, нажмите на значок молота, чтобы открыть меню строительства. Генератор. Мы построим генератор, который даст нам энергию. Нажмите на генератор. Для функционирования комнат нужна энергия. Нажмите еще раз, чтобы подтвердить. Так, здесь зона строительства, это места, в которых можно... Ага. Так. И мы поставим генератор. Давайте вот на нижнюю комнату. Теперь вам нужны жители. Благодаря им генератор будет производить энергию. Смотрите, новые жители уже стучатся в дверь убежища. Вот житель, давайте посмотрим на него, параметры. Вы можете увидеть параметры жителя. Данная информация поможет вам строить всех так, чтобы житель работал наиболее эффективно. Хорошо. Чтобы выбрать задание для жителя, нажмите на него и держите кнопку мыши, а затем перетащите его в какую-нибудь комнату. Делайте так, чтобы этот житель оказался в комнате, где находится генератор. Ставим его в генератор. Теперь назначите второго жителя в комнату с генератором. Окей. Ну что ж, они бегут. Мы посмотрим пока. Да, они бегут. Так. Подсказка. Теперь, когда в комнате есть жители, она начнет производить ресурсы. Дважды нажмите на комнату, чтобы рассмотреть ее поближе. Если вы сильно нуждаетесь в ресурсе, можете воспользоваться ускорением. Нажмите на кнопку ускорения, откроется меню ускорения. Активировать. Оп. Так, отлично, вы использовали ускорение, получили крышки. Хорошо. Давай построим вторую комнату. Давай. Так. Вам нужна столовая, она будет производить пищу. Нажмите на столовую. Жителям нужна пища, она поддержит уровень здоровья. Нажмите на столовую еще раз, чтобы подтвердить выбор. Подтвердите свой выбор, нажав на зону строительства. Сюда столовую поставим. Теперь построим еще одну комнату. Вам нужна станция обработки воды, которая будет производить воду. Чистая вода нужна жителям для того, чтобы уровень радиации не повышался. Нажмите на комнату еще раз, чтобы подтвердить решение. И воду мы воткнем. Так. Ну, вот здесь напротив. Хотя думаю... Ну да, все правильно. Все правильно. Отлично. Вот пища и вода. Они помогут жителям вашего убежища продержаться какое-то время. Следите за индикатором, чтобы быть в курсе того, какие ресурсы вам нужны. Отлично. Так, смотрите, новые жители пришли ко входу в убежище. Теперь, когда вы познакомились с новым деятельностью, смотрите, продолжайте расширять убежище. Заботьтесь о безопасности и комфорте его жителей. Удачи! Ну что ж. Обучение мы прошли. Хотя мы его знаем. Ну, кто-то из вас, может, не знает. Так, напомню, это официальная версия Fallout'а. Мне пришлось учить ее через программу, которая переводит мой компьютер как бы за границу.
ну, IP делать заграничным, поэтому я смог ее запустить, так как в России Fallout на ПК не работает, Fallout Shelter. Ну, как-то так. Все, в принципе, на русском языке. Почему на ПК в России его не сделали недоступным? Хотя он переведен полностью на русский, вообще без понятия. Ну, может быть, делают. Так, нам нужны жители сюда и сюда. Здесь А. Угу. Так, это и И. Окей. Так, смотрим, кто у нас с чего. Так, вот этот пойдет главным на воду. Вот этот пойдет главным на еду. Так. И останется у нас трое, да? Угу. Так. А? Ну, это что у него? Это одежка. Так, давай ты тогда пойдешь. Кто ты у нас? Ну, давай ты у нас пойдешь на... А, там мужики. Ну, давай разнообразие. Тетка пойдет у нас на еду. А ты у нас пойдешь на воду. А этот отправится... А, так, выполнять задание, чтобы получить крышки. Чтобы узнать о задачах, нажмите на ленточку меню. Ой, хорошо. Отправьте в подходящую комнату двух жителей. Так, заберем монеты. А этого отправим вот сюда. У мужчин и женщин, которых вы определили в жилую комнату, могут родиться дети. Да ладно. Хорошо. Так, посмотрим наше задание. Даже настройки. Звук. Все это. Ладно. Задание. Собрать 50 единиц воды. Отправить на жителей в пустошь. Успешно примите ускорение в одной комнате. Хорошо. Давай отправим вот этого чувака. Он же без оружия. Давайте сделаем ускорение сначала на еду. Получим кейс, по-моему, там дадут. Да, подсказки. Улучшайте комнаты, чтобы они производили больше ресурсов. Чтобы улучшить комнату, нажмите на стрелку, правую нажимаем. Так. Кейс мы получили. Давайте откроем кейс. Посмотрим, что нам полезного выдадут. Так, первая карта. 100 крышек. Вторая карта. И изысканная одежда. L плюс 5. L. Такой там. По-моему, энергия 50. Камера. И крышки. Ладно, оружие нам не дали. Думаю, в следующем кейсе дадут оружие. Так, у нас, по-моему, житель пришел, да? Да. Это у нас мужичок. Мужичок. Мужичка нам пока некуда девать. Ты у нас пойдешь пока сюда. Вы заполнили жилое пространство, убежишься от отказа. Постройте больше жилых комнат, чтобы привлечь новых жителей. Хорошо, сейчас поставим. Жилая комната. И вот сюда ее воткнем. Так, какие у нас там... Повысить уровень одного жителя. Повысим, отправить одного жителя в пустошь. Так, вам нужно больше жителей, попробуйте назначить жителя в жилые комнаты. Возможно, вам повезет. Ладно. Отдавайте мы изысканная одежда. А, это удача. Отлично, удача. Удача. В объединенную комнату можно сбить больше жителей, позади больше ресурсов. Пока нам это не надо. Мы сделаем ускорение. Отлично. Так. Задача. Повысить уровень одного жителя. Ладно, отправим вот этого на пустошь. Разведка. Выдавайте снаряжение жителям, прежде чем отправить их в пустошь. Это повысит их шансы на выживание. Хорошо. Нам сейчас дадут за жителя крышек. И будем смотреть следующее задание. Отлично. Так. Отлично. Уровень повысился. И нам... Сейчас дадут кейс, да? Так, кейс. Давайте посмотрим, что в кейсе. Нам нужно оружие. Чтобы надолго отправлять жителей в пустошь, нужно оружие. Вот, обрез. Отлично. Еще крышки. О, какая-то... Лам, золотые часы, круто. Вода. И житель. Ты какая? Ага, она может насильная и... Сообразительность, как так. Три
Строите дополнительные кладовые или улучшайте уже структуру, чтобы получить больше свободного места. Хорошо. Подожди. А это у нас ловкость. И у нас восприятие, ловкость, сила. А ты у нас что? На S, да. Хорошо. А поставим мы еще один генератор, думаю, сюда. И отправим... Алису мы отправим сюда. Так, давайте вернем жителя. Одного вот этого. Сейчас он придет. Дадим ему обрез, пускай. Так, а ты у нас... Угу. Слушай, ты... А ты можешь пойти в пустошь, я так думаю. Тетя. Это сюда пока. Так, отлично, да, да. Собрать 50 единиц пиши, продать оружие или костюм. А что у нас там? Разбивайте камни. Не, мне не надо сейчас камни. Так, костюм, хлам всякий. Здесь у нас можете изучить все имеющиеся у вас костюмы и оружие. Так. Хлам, хлам, хлам. А, ты вернулся. Собрать. Тетя. А тетя. Кого ты у нас левел? Ты у нас первого левела. Задание мы можем отправлять только когда построим комнату смотрителя. Комната смотрителя. 17 жителей нужно. У нас пока 10, надо еще 8. Сколько еще влезет? Как раз. Так. Вода. А ты куда пошел? Слушай. А давай мы вас переоденем, а? И отправим тетю в пустошь. Слушай, тетя. Костюм киномана. О. Дадим тебе обрез. И вперед. На поиски приключений. А тебя? Ты куда ты пошел? Ладно, иди сюда пока. Хотя у тебя силы не очень, будешь тут работать. Так, что у нас по заданиям? Собрать воду и еду. Нам вода нужна еще. Давайте еще. А давайте мы построим еще одну. Нет. Станция обработки воды вот сюда. И соберем еще воды. Так, тут уровень. Отлично. Вода у нас собралась. Нам еще еда нужна. Давайте еще построим еды сразу. Так, чтобы тех комнат было по две. Вот, отлично. И ускорим. Поехали. Здесь нам повезет. Отлично, собрали. Все. Осталось собрать по чуть-чуть. Это они сейчас сами догонят. 5 минуток. Мы соберем. Так. Тетя у нас пошла в пустошь. О, новый житель. Отлично. Она у нас пойдет в... Дядя. Она у нас пойдет сюда, да. Генераторную. Да. Все. Так. 77% счастья, это хорошо. Посмотрим, что у нас по заданиям еще. Ежедневный отчет еще не готов. Кстати, когда он будет готов? Через... Блин. Так куда ж я щелкаю-то, ё-моё? Через 23 часа. Ага. 23. Так. Он разлетелся на 1000 кусочков. Получен опыт 255. Ладно, дамочка. Ты, кстати, зовут ее? Юзана. Юзана. Факс. Надеюсь, ты нам принесешь удачи. И принесешь полезных вещей. В наше убежище. О. Пошел работать. Отлично.
А где вы? Вижу, ладно. Ну что же, ждем чего-нибудь. Все у нас построено пока. Нам еще нужен один житель или кладовой. Ага. Ого. Тетя, а давай-ка мы тебя отправим вот сюда. Оп. А тебя мы... Это как-то... А вот я сюда. А тебя сюда. Вот так вот. Все, отлично. Будет. О. А житель еще один, да? Так, что она нам даст? Ага, С. Сила. Ну давай тогда. Открыта новая комната. Кладовая. Хорошо. Сколько у нас кладовой мест? У нас еще мест много, поэтому, думаю, пока не будем строить кладовую, чтобы она нам денежки не тратила. Берем энергии. Так, вода, еда еще нужно собрать. Ага, 20 секунд у нас вода будет, и через минуту... Как раз оно хватит, да? Тут нужно 16. Да. Нам хватит. Надо будет еще один кейс. Посмотрим, что нам там дадут. Надеюсь, еще какого-нибудь уникального жителя. Кстати, вообще, что это за житель такая? Сюзанна Хакс. Просто рандом какой-то, я не помню. С какой-то части... О, нам дали... Так, не помню, с какой части это Сюзан. И вообще, была ли она? Может и была, их там много тут нужно. Откроем еще один кейс. Смотрим, что же здесь. Так, первая карта. Девочка из деревни, костюм. Сила плюс 4. Короче, шкура брамина, хлам. Стимулятор, один стимулятор. 100 крышек и еще 500 крышек. Хорошо, хорошо. Шкура... Ой, девочка из деревни. А на кого мы оденем ее? Девочка из деревни. Кто у нас силы больше? Давайте посмотрим, кого у нас больше силы. На мужика-то, наверное, не одеть ее, да? Я так думаю. Вот, конечно, нет. Как же ты ее оденешь? Так, девочка из деревни. А давай вот на тебя оденем. Вот так. О, а там же костюм киномана. Значит, ага. А, так, подожди. Сила, вот. Ну, походу, только на тебя оденем. Давай. Нам будешь, во. Отлично. А крышки соберем. И что-то еще. Выдать костюм жителю. О, отлично. Дальше у нас по заданию будут одни крышки. Так, нам еще житель пришел. Еда. Еда, еда. Ну, давайте на еду пока что добывать. Так, у нас еще один кейс. И думаю, мы его сейчас не будем открывать. Откроем в следующей серии. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч. Пока.